Уже больше недели по дорогам муниципалитета курсируют автобусы, которые перевозчик МОЗ «Трансавто» получил от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Более 600 новых ЛиАЗов распределили по всему региону. 8 из них поступили на службу в Одинцовский автопарк. Все автобусы изготавливались по спецзаказу с учетом мнения жителей области. По нашему заказу наш завод сделал нечто среднее между автобусом пассажирским городским и туристическим. Некоторый такой пригородный вариант, где в отличие от пассажирского автобуса, работающего в городе, мягкие сиденья, а из другой как бы стороны тут есть все условия для того, чтобы маломобильные группы тоже как бы обслуживались, то есть удобные пандусы для съезда. И тем не менее этот автобус может наряду как бы с пригородными перевозками также нормально обслуживать пассажиров в городе. Каждый такой автобус может вместить 80 человек. В салонах предусмотрены места для маломобильных пассажиров и родителей с колясками. Комфорт обеспечат современные кондиционеры и система отопления. Сейчас в Одинцовском автопарке около 250 машин. Все они оформлены в единой стилистике в соответствии с брендбуком общественного транспорта Московской области. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».